Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Отца, общение Святого Духа, да будет со всеми вами и со Духом Твоим, дорогие братья и сестры во Христе. С огромной радостью приветствую вас в наше общение Божьего милосердия. Я с вами, отец Якуб, начинаем нашу сегодняшнюю литургию в память усекновения главы святого Иоанна Крестителя, мученика. Знаем, что основным праздником, в котором почитаем святого Иоанна, предтечу является его Рождество. Так или иначе, церковь тоже отмечает его усекновение, мученическую смерть. Он призывал весь народ к обращению и изменению нравов. Не колебался и упрекать царя Ирода, за что был брошен в темницу и обезглавлен. Он, как пророк и апостолы, собственной кровью подтвердил свою верность истине. И просим смиренно за всех интенсив, всех тех, кто стоит перед каким-то вызовом, в котором придется ему дать свидетельство своей веры, и не всегда это будет мученичество такое, которое встречаем у этого святого Иоанна Крестителя. Но хотя и в наше время знаем, что есть те, которые призваны, но вот дать такое свидетельство. Я буквально в нашей вере будем молиться и ответственности, и бескомпромиссности в нашей жизни своим образом, когда истина, которой подражаем, не совсем, когда рассматривается, принимается общественностью, и из-за этого можем пострадать. Пусть Господь дает нам силу. Давайте вначале святой раскаемся в наших грехах, чтобы мы могли с чистым сердцем совершить это святое таинство. Перед Богом всемогущим, перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молитесь обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Кирия, Кирия, Лейсон, Кирия, Кирия, Лейсон, Христе, Христе, Лейсон, Христе, Христе, Лейсон, Кирия, Кирия, Лейсон, Кирия, Кирия, Лейсон. Помолимся. Боже, Ты возжелал Иоанна Крестителя течей рождения и смерти Твоего Сына, сподобил Его до самой смерти свидетельствовать об истине и справедливости. Помоги нам, подобно Ему, мужественно исповедовать учение Твое через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение книги пророка Иеремии. «В те дни было слово Господне ко мне. Припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле». Против царей Иуды, против князей его, против священников его, против народа земли сей. Они будут сражаться против тебя, но не перевозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь.
чтобы избавлять тебя». Слово Божие. Благодарение Богу. Устами возвещаю спасение Господне. Устами возвещаю спасение Господне. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Устами возвещаю спасение Господне. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого. Устами возвещаю спасение Господне, ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей, на Тебе утверждался я до утробы, Ты извел меня из чрева матери моей. Устами возвещаю спасение Господне. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. Устами возвещаю спасение Господне. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Марка. Слава Тебе, Господи! В то время Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже и до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Главы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице. А девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гроб. Слово Господне! Слава Тебе, Христе! Мученическая смерть святого Иоанна Крестителя как финальный аккорд жизни. Какова жизнь, такая и смерть. Верность истине в жизни, верность до конца этой истине и в смерти. И если человек в своей жизни старался жить некоторыми правилами, от себя этого требовать и от других требовать, тот может ожидать, что и смерть будет в какой-то степени подтверждением всего этого. В
какой степени, в какой мере не отдаешь жизни за что-то, что не является ценностью. Значит, только для того, что проявляется, что дается тебе как ценность и как истина, можешь отдать жизнь. Вот возлюбил наш Иоанн Креститель истину до конца и за эту истину принес свою жизнь как подтверждение. Жизнь в качестве свидетельства печати того, что то, что я говорю, это истина. Голову могу положить за это. Дорогие, это и есть смысл сегодняшнего праздника. Смотрим на человека, который жил некоторыми правилами, принципами, и который эти правила отправил от других, требовал. И спросим себя мы сегодня с вами, смотря на него, мои правила, мои принципы, в какой-то степени готов я голову положить за это, за верность другому человеку, за честность в каких-то отношениях, за слово, которое я высказываю, за суждение, которым я делюсь, готов я свою жизнь положить. Оказывается, во многих вещах мы к этим решениям, к словам, к поступкам не относимся так ответственно. Если бы за этим следовало на самом деле требование такого свидетельства, как смерть, наверное, мы бы во многих вещах иначе поступали. Во многих вещах, может быть, бы старались и суждения наши, и слова наши отслеживать, фильтровать. Если бы надо было действительно за этим положить свою жизнь, иначе бы это было. В наше время видим, как легко, как сказать, меняются и ценности, меняются и правильные, и заповеди, и как пытаются слова чужие и Евангелие иначе представить. Никто за этим не следит. Сегодня скажешь так, через день иначе. А кто это помнит? Ну и что, что я вчера говорил так, сегодня иначе? И что ж такое случилось? И что ж такое, что я приврал? И что ж такое, что я неправду сказал? И что ж такое, что позавчера было так, сегодня иначе? Вот Иоанн Креститель и вообще пророк Ветхого Завета. Пророк вообще – это тот человек, который служит истине и готов за эту истину положить свою жизнь до конца. Это первое значение сегодняшнего праздника. В этом празднике читаем также начало посланничества пророка Иеремии. Пророк Иеремия, который был совсем молодым пророком, призванным Господом, он из священнического рода, который из поколения в поколение был наказан и не мог служить у алтаря, у храма, в храме Иерусалимском. Этот человек призван, чтобы, ну, в общем, такие слова говорить, которые никому не нравятся. Он сам понимает, что он слабый, он сам понимает, что такими словами он на самом деле не найдет себе много друзей, мягко сказано. Вот, что за это, конечно, его ждет смерть. И тут Господь, который повелевает ему служить словом таким мощным, говорит ему: «Я поставил тебя укрепленным городом, железным столбом, медною стеною, против царей иудей, против князей, против священников, против народа земли. Они будут сражаться против тобою, не превозмогут тебя». Почему? Единственный аргумент, единственная сила у тебя одна – «Потому что я с тобой», – говорит тебе Господь, – «чтобы избавлять тебя». Миссия пророческая, миссия служения истине, как у Иоанна Предтечи, так у пророков, всегда опиралась об одном. «Это есть то посланничество, которое мне верил Бог. Не потому, что я талантливый, не потому, что я сильный, мощный, не потому, что я такой герой, не потому, что хорошо обучен. Нет». Потому что Господь меня поставил и сказал: «Я с тобою, не бойся». Дорогие, во всех этих моментах нашей жизни, когда придется нам, да, свидетельство истине, высказать, может быть, кому-то что-то, что ему не понравится, встать в защиту христианских ценностей, сказать, что так нельзя, может быть, против каких-то царей, князей, против священников можем выступать, против народа земли, против всех вокруг.
давайте одну вещь – рассчитывать всегда и уповать на Бога, который присутствует. Я с тобой, я за твоей спиной. Не бойся ничего, ты не один, поэтому можешь все это сделать. Мученическая смерть святого Иоанна Предтечи была каким-то пророческим знаком до самого Иисуса. Каждый, наверное, можем себе представить, что такая смерть практически ровесника Иисуса вызвала какое-то впечатление, оказала на самого Господа. Ведь видел, что за определенные жесты, слова и верность этим словам, что ждет пророка человека тогда. Наверное, Иисус тогда уже думал об этом и видел где-то в пророческом видении, его тоже это ждет через несколько лет. Через несколько лет его это ждет, что Иоанна. Потому что невозможно, чтобы пророк жил и умер своей собственной жизнью. Такого не было в Ветхом Завете. Иисус, наверное, тогда об этом думал. За свое слово я, наверное, и придется мне жизнь положить искупительной. Только эта жизнь я сам дам за жизнь мира. И, наверное, это был такой момент. Смотрим на это и думаем, сколько еще таких людей будет в будущем, христиан, которые, исходя из опыта Иоанна Крестителя, самого Господа, всех пророков, будут отдать свою жизнь ради свидетельства, свидетельства истине. Есть ценности, есть вещи, которыми не торгуют, есть вещи, которым на компромисс не идут, есть вещи, которые звучат «да, да, нет, нет». И за это, может, придется и потерпеть. Но Господь всегда с нами. Аминь. Братья и сестры, вспоминая страсти святого Иоанна Предтечи, помолимся Отцу Небесному. Спасение наших душ услышно, Господи. Укрепи святыми пастырями церковь Твою предтечу грядущего царства. Услышь нас, Господи. Наполни все народы духом взаимопонимания, братолюбия, о мире и примирении между народами. Помолимся. Прекращение кровопролития в Украине. Услышь нас, Господи. Вдохни в сердца христиан готовность принять страдания ради Христа. Услышь нас, Господи. Сохрани супружеский союз в взаимной верности и любви. Услышь нас, Господи. Помоги нам воплощать нашу веру в дело и вести благочестивую жизнь. Услышь нас, Господи. Боже, внемли молитвам нашим и по ходатайству святого Иоанна Предтечи помоги нам бесстрашно свидетельствовать о Твоей истине перед миром. Через Христа Господа нашего. Благословен Ты, Господи, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих, и мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благослови Бог вовеки. Через эту тайну воды и вина мы общимся к Божеству того, кто ради нас стал человеком. Благословен Ты, Господи, и Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод трудов человеческих, и мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог во веки. Прими нас, Господи, стащи, смиряй Богом сокрушенным сердцем, да будет эта жертва наша угодна перед Тобой, Господи Боже наш, меня, Господи, беззаконие мое, от греха моего очисти. Братья, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу всемогущему. Примет Господь эту жертву из рук Твоих, во хвалу и славу имени Своего, ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой. Господи, прими дары, приносимые Тебе, и дай нам в жизни такую праведность, которой призывал святой Иоанн Креститель, голос вопиющий в пустыне, проливший кровь свою и явивший великие добродетели, через Христа Господа нашего. Аминь.
Господь с вами, за духом твоим, вознесем сердца, носим ко Господу, вас благодарим, Господа Бога нашего, достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, всемогущий, вечный Боже, через Христа нашего Господа. Мы восхваляем Твое величие в предтече Христовом Иоанне, которого среди всех рожденных женами Ты увенчал высшей честью. Он рождением Своим даровал великую радость и еще не взыграл радостно о приближении спасения рода человеческого. Он единственный из всех пророков показал людям Агнца Искупителя, который принял от него омовение, осветив потоки водные и положив начало таинству крещения. Он же удостоился пролитием своей крови явить высшее свидетельство о Христе. Поэтому вместе с небесными силами на земле Тебя славим, к величию Твоему непрестанно взывая. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, осанна вышних. Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних. Воистину свят Ты, Господи, вышник всякой святости. Излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на хлеб, и Тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, подал рукам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это из чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Верю Христу. Вот вновь. Итак, в смерти Тебе, Господи, приносим и благодарим Тебе. И намолим, чтобы, причащаясь тела и Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Церкви Твоей, распространенной по всей земле, сделай совершенной в любви вместе с Папой нашим епископом нашим Павлом, его вспомогательным епископом Николаем. Помни также и сестер наших, усопших прежде воскресения, почивших отца Твоего, всех нас поднимай, достой нас участия в вечной жизни, Богородицы и Девой Марии, Иосифом Йоабру, со святыми апостолами, со святым, всеми святыми от века Тебе угодившими, и прославлять Тебя через Сына Твоего и через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, великого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы называем себя детьми Божьими, истину ими являемся, поэтому с благодарностью продолжаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да святое имя Твое, придет царствие, будет воля Твоя и на земле, как небо. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам должникам нашим, иди нас во искусство. Всякого зла не наше. Его мы от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного
имени Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Господи, апостолам своим, мир оставляю вам, мир мой даю вам, просим Тебя, невзирая на грехи наши, на веру Церкви Твоей, по воле Твоей благоволи умереть, объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами и со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам. Отец Божий, берущий на себя грехи и мира, милуй нам. Агнец Божий, берущий на себя грехи и мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званые на вечерю Агнца. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Твоим стопам, о мой Иисус, я преподаю, приношу Тебе раскаяние своего святого сердца, покорно во всеведении Твое святое предание, поклоняю Тебе в таинстве Твоей, от Тебя в бедной обители, какую предлагаю. О мой Иисус, Тебе любовь, все мое. Жизнь, смерть. Я на Тебя, люблю Тебя. Аминь. Поем вместе песню 220 «Душа Христова». Душа Христова, святи меня, тело Христова, напои меня, Духа Христова, омой меня. И Христовы укрепите меня, о Иисусе, Ты укрой меня. Защита в час моей кончины, призови меня и помоги мне прийти к Тебе, дабы со святыми восхвалять Тебя во веки веков. Господи, даруй совершающим память рождения для неба святого Иоанна Крестителя благоговение перед спасительным таинством, которого приобщились, и наслаждение плодами спасения через Христа Господа нашего.
Аминь. Дорогие мои братья и сестры во Христе, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Завтра у нас венчики розарий точно так же будем читать, как сегодня, индивидуально. И в вечерней мессе в 6 часов. Перед нами сегодня Иоанн Креститель и его жизнь, также жизнь и служение пророков Ветхого Завета, особым образом Иеремия перед нами. И видим также Иисуса. Все они, объединяя готовность быть верным до конца слову, которое они провозглашали. Бескомпромиссность, мужество и уверенность в том, что их свидетельство поддерживает в сам Господь. И со духа. Cordes oculos ad nos entre exilio ende o opi o Maria. Cum prolepia benedicta.